решили тут вот после посадки посмотреть. Такие вот белые грибочки, но они в тополине. Тополиных посадки горьковатые, мы их собирать не будем. Поищем рядовочки, сейчас пройдемся. Вот такие вот белые грибочки. У них тут вот, когда срезаешь, прям такое белое-белое молочко вытекает из ножки. Они горькие, на язык даже попробуешь, потому что язык горит иногда бывает. Так, пройдемся, посмотрим, что здесь еще интересного. Да, что-то эта посадочка у нас пустоватая. Нашли пару зонтиков, грибочков. Белые горькие эти попадаются, а вот рядовочек не видать. Даже вишенок не видать на деревьях. Эта посадка, походу, не урожайная в этом году. Ладно, не беда. Пройдемся дальше. Да, зашел чуть-чуть сюда в посадочку. Мухоморчики. Вон белые зонтиков сколько. Прям зонтиков усыпано. Прям вот. Лечебные мухоморчики тут. Прям такая красотища. Лежат прям скобками. А зонтиков? Зонтики мы соберем. Пакета у меня уже нету. Придется такой мешочек собирать. Сейчас мы так вот, такие вот ароматные мясистые зонтики. Мы их соберем. Будут сегодня на жаровне зонтики. Это точно. Зонтики я уже хочу пожарить. Картошечкой, вкусняшечку такое. Вот так вот. Очень вкусные грибочки. Мне нравятся. Вот сколько их. Раз. Такой красивый. Да, мухоморы собираю. Опа. Опа. Тик-тик-тик-тик-тик. Во. И вон еще в листочке самом. Сейчас мы зайдем. Посмотрим. Рядовок нету, но так и зонтиков урожайно. В этой посадочке. И вот так вот мы набрали неплохой урожай. Ладно, пойдем дальше, посмотрим, что еще интересного нам попадется. Не переключайтесь. А вот и интересная. Такая симпатичная лягушечка. Такая. Красавец. Прям с листиками сливается. Подскакал он. О, вот эта лягушечка скакала. Какой-то грибок интересный к нам попался. Под названием подберезовичек такой. Не зря лягушечка прыгает. Тут-то. И мы идем дальше. Так. Над краю также рядовок не наблюдается. Но мы не унываем. У нас уже есть зонтики. И мы идем. Ищем дальше грибочки. Ну вот мы шли, как раз нашли вешенки. Сейчас с ножичком мы их срежем аккуратненько. Пойдем сюда немножечко. Вот такие красивые у нас вешенки. В самом пенечки такие лежат. Свет немножко добавим, а то темно. И сейчас ножичком их
Режем аккуратненько. Тут кто-то уже срезал, вот видно, прям срез на этом же дереве. А вот видно, свеженькие вишни. Красавцы. Ладно, пойдем дальше, посмотрим, что еще интересного у нас попадется. Так, вот мы срезали первую стопочку. Такие вот красавцы. Аж больше, чем у меня рука. Прям так красиво лежат. Сейчас травку уберем, мусор, и положим в мешочек. Пойдем дальше. Решил пройтись по такому бурелому. Как бы здесь не споткнуться нигде. Решил пройтись внутри самой посадочки. Посмотреть вешенки. Может, дети еще попадутся. Заодно зонтики подобирать. Так. Много старых уже деревьев, сгнивших, посыпавшихся. Пока интересного ничего не попалось больше. Опа. Чуть-чуть на ветку не нарвался. Ладно. Что-то попадется интересное. Чуть-чуть позже. Хотя, тут такая вот интересная веточка. Вот посмотрим. Ага. Такое деревце. На ней так интересно веточка растет. Грибочек на веточке. Ладно. Далее подключимся, когда будет что-то интересное. Хотя не прошел пару метров. И начали попадаться зонтики один за другим. Прям. Где-то он там тут оторвал, где-то вот тут дальше что-то видел. Где-то я видел еще. Спрятался от меня зонтик. Так, я там сорвал. Еще, думаю, вперед дальше пройду. И здесь еще зонтик сорвал. Куда он от меня спрятался? Убежал зонтик. Как в сказке про землянику. В траве пряталась. Про буренку там, коровушку. И кто-то грибы белые рвал уже, переворачивал, кто-то ходил. Ладно, пойдем дальше. По-любому еще дальше нам попадутся сейчас. Вот шел. Даже пропали, пересохли уже белые грибы. Аж вон пыли уже покрываются. Вот тут, наверное, тоже он. Вон он лежит. И вот целая куча. Даже подсунулся через один грибок. Вот, наверное, они. Целая куча была. Ну, какие крупные грибочки. Они уже пропали. Но тут есть подберезовичек. Вот такой в листиках спрятался. Сразу его не заметишь. Пока ближе не подойдешь. Так. Может, что-то еще интересное мы тут пропустили, конечно.
Смотрим, смотрим, смотрим. А какой грибочек растет. Интересный. Так вот гуляем, гуляем по лесочку опять. О, чуть не прогулял. Еще один зонтик. А вон еще в стороне зонтик. Чуть не прилетело, даже два. Вовремя я камеру даже включил. На камеру отвлекся как раз, что зонтики здесь растут. Так. Здесь нам ножка не нужна. Этот уже такой вяленький, но нормально. Вот так вот уже пол мешка собралось. Так. Здесь больше ничего не видать. Ну-ка. Ну, странно, но рядовок здесь не видать. В красивом поле. Так, посмотрим, что у нас тут дальше. Прошел даже мимо. Вышел на дорогу нам посмотреть рядовочки. И тут смотрю, так вдалеке два молоденьких таких вот сочных зонтика лежат. Думаю, нет, надо вернуться и сорвать. Такую вкусняшку упускать уж нельзя. Ну, пойдем дальше. По дороге я еще нашел пару зонтиков. На видео уже не попались. Много было мухоморов, белых грибов опять. Их я уже не стал снимать. Так. Ну и рядовок особо тоже здесь не видать почему-то. Какая-то посадка не для рядовок, видимо. Неурожайная для рядовок в этом году. Здесь. А так рядовки здесь рвали. О, козы ходили, следы, видно, паслись. Ладно, пройдем дальше. Живности есть вообще там много. Так-то. Пойдем дальше, посмотрим, что еще интересного нам попадется в этой изумительной посадочке. Ну, снова шел, вон там, по тому краю. Вышел на этот край, смотрю, там зонтики. Вернулся, думаю, надо вернуться сорвать. Вернулся, сейчас иду обратно. Пенек перевернул, а тут вишенки растут. Красавцы. Ножик в машине, машина сейчас он отъехала. Приедет. Надо ножик обратно давать. Положил в машину. Надо будет обрезать хорошенько. Вот в таком трухлявом деревце выросли вишенки. Больше впереди. Вон там вдалеке, походу, еще один зонтик. Ну, ладно, снимать пока не буду. Положим это все в мешочек. Такой пенек. Так, тут нашел целую кучу таких грибочков. Вот вишенки. Вот, вон, вон кучка. А там, где я там шел? Вон под деревьями целая куча. И там я несколько кучек нашел, сзади еще прошелся. Сейчас соберем, мешок сложим. В общем, собрал небольшую кучку. Сейчас мешочек сложим и пойдем дальше. Ну что, сорвали пару зонтиков. Вон там вижу, вон сколько зонтиков. Тут вот целую кучку вижу зонтиков. Сейчас соберем. Так. Один. Где-то я тут увидел. Издалека я его еще приметил. Второй. Так. На этой стороне. Вроде больше незаметно. Там я собрал уже все. Тик-тик-тик.
И шагаем потихоньку по остальным зонтикам. Такой красавчик. Вот такой вот у нас красавчик. Здесь еще один. И вот еще парочку. Тут спрятались в травке. Веточка придавила его, бедненького. Этот тут щепочка выросла. Вот так. У нас уже мешок имеет хороший вес, хоть и грибы очень-очень легкие зонтики. Так. Вот это вот такая белая шляпка. Что это такое у нас торчит из-за листиков? Зонтик. И снова у нас зонтик. Опа. И где-то я здесь вот сейчас проходил. Видел зонтики. Опа. А, с ножкой оторвался. Ух, а этого я даже не заметил. Так. О, сюда. И вот этого сюда. Уже ножки подсыхают, жестковатые. Плохо рвутся. У этих зонтиков. Вот которые шляпки прям не раскрылись. Они прям такие шикарные, мясистые. Кто-то говорит, вкус как у индейки у них. Ну, какой-то мясистый вкус, конечно, присутствует у этих грибочков. Но не скажу, что индейка, но очень-очень вкусная. Это я могу точно сказать. Ну, хотя у каждого свои вкусовые восприятия. Может, кто-то их и терпеть не может. Знаю некоторых людей, кто вообще грибы не собирает, не ест. Так, вишенок не видно, хотя тут такие шикарные деревья. Самый урожай для вишенок. И сломанные вон стоят большие деревья. Вот лежит дерево, но вишенок не видает. Ладненько. Я думаю, дальше мы включимся уже на подсчет урожая. Я дальше снимать не буду. Во-первых, рука стекла. Во-вторых, у меня батарейка садится. Но еще подсниму вот такую вот красоту. И следующий подсъем будет уже с урожаем. Не переключайтесь. Ну что ж, подведем итог. Вот еще один мешок набрал. Это я вот прошел вот эту часть посадки уже. И полный мешок. Вдвоем мы собрали, высыпали в один мешок еще зонтиков. Сейчас машинка у меня подъедет. Так вот, и поедем перебирать грибочки. Чистить, мыть и жарить. Какая красивая погодка у нас. Так что всем спасибо за просмотр. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. И будет очень много интересного. И дальше, как будем их готовить, тоже, скорее всего, снимем. Зонтики очень вкусные грибочки эти. Так, готовим грибочки. Тут у нас зонтики. Немножко нарвали пеньковых опят. Также собрали рядовочки. Мы уже одну чашку отварили рядовок. Здесь у нас варятся вешенки. Отдельно еще в кастрюльке. Для жарки вешенки пожарили. Опята. Пеньковые хорошие. И где-то вот у меня отварные рядовочки лежат. И еще два мешка не перебрали зонтиков, не почистили.